Примерно, если берет в ипотеку человек, да, вот такую квартиру, то у него и платеж вместе с ипотечным платежом составляет где-то 11-12 тысяч. Ежемесячный платеж по ипотеке в два раза ниже среднерыночного. При этом качество отделки другим новостройкам не уступает. Квартиры в микрорайоне Парковом продают по цене машины. Губернатору Челябинской области удается удивить такой арифметикой гостя из Волгограда. Бродируются за год такие квартиры. Очень-очень, реально. Сергея Баженова интересуют мельчайшие детали. И все советы Михаила Юрьевича он обещает взять на вооружение. А в это время южноуральского губернатора на улице поджидают новоселы. С Волгограда губернатор приехал. Поучиться, посмотреть. Успехов, супруги, привет. После экскурсии по микрорайону Парковый делегация отправляется смотреть коттеджи в Залесье и Женеве. Гостей интересует строительство индивидуальных и блокированных домов с участком. Их удивляют высокие потолки и просторные комнаты. То, что мы сегодня увидели, тот опыт и то решение проблемы, которое сегодня есть в Челябинске, я считаю, что он передовой. Используя опыт Челябинска, мы будем решать наши серьезные социальные проблемы по нехватке хорошего, благоустроенного, недорогого социального жилья в Волгограде. Учиться никогда не поздно, резюмирует Сергей Баженов. Теперь гости намерены начать проектирование своего микрорайона Парковый, но уже в Волгограде. Екатерина Смирнова, ОТВ.